Всем привет! С вами снова, как всегда, я, Суперхакер. И я в диле... у официального дилера BMW. Вот. Покажу вам BMW Z4. Вот. Сейчас. Закрыто. Ладно, тогда покажу вот так. Ладно. Вот. Мини-купер. Вот. И сам мини-купер. Вот так все выглядит. Ладно. Сейчас я вам покажу, ну, то есть, уже с нами BMW. Вот. Вот. Новый X5M. Ой, то есть, не новый. Не знаю, какой, но просто показать. Вот, он закрыт. Ну, ладно, так покажу. Далее, вот. Тоже X5. Вот, пробег. Товары. Вот. Аксессуары так и BMW, так и Mini Cooper. Вот. X5. Вот. То есть закрыт, но вот так все выглядит. Вот. Вот. Новый X5. Пробег. Не такой уж и большой. Вот. Ну, показываю их так, потому что сесть их нельзя, но просто показать так. Вот, смотрите, вот новый X3, пробег 24, вот, нельзя, ну блин, вот так все выглядит. Это новый X7, вот. Он закрыт тоже. Новый BMW iX. Вот сейчас. Лишь бы его можно было открыть. Вот. 29 000, как его открыть. Здесь немного другие ручки. Ну, вот так вот выглядит внутри. Ну, сейчас я вам покажу, что, ну, на улице. Вот. Вот, X5 с пробегом. Или, X6. Просто я их уже путать начинаю. Вот, BMW с пробегом. Это программа BMW Premium Selection. Это программа отбора автомобилей. Вот. Вот. Сейчас я вам покажу вот эту вот. Это зал автомобилей с пробегом. И я вам их покажу. Ладно, заходить я в него не буду. Но просто покажу. Вот. Можно ли зайти? Вот. Там есть что-то. Ну, ладно, зайду. Вот. Это из Германии. Кстати, кто-то говорил, что это M5 последний рестайл. Диски. Вот. Из Германии пригнано, судя по номерам. Вот. Здесь есть другие машины. Вот. И сейчас. Там есть еще машины. Вот. Форд. Вот. Вот так все выглядит. Знаете, что здесь есть? К вашему удивлению, это Audi e-tron. Сейчас, гляньте-ка в салон. Вот.
Жалко, что в них посидеть нельзя. Ладно. Вот. Не обращайте внимания, это кто-то завел машину. Вот. Вот это BMW, пригнано из Китая, судя по иероглифам. Вот. Кстати, какой красивый цвет, матовый. И резина, так сказать, зимняя. Вот. И вот. Это летние колеса сейчас, давайте. Не верится, я впервые потрогал автомобильный диск. Вот, там стоянка. Сейчас, быстренько гляну. Вот так все здесь выглядит. Вот. Ну, а с вами был Суперхакер. Всем пока.